Не один, а сразу 300. Именно столько новогодних волшебников можно будет увидеть в Краснодаре в предстоящую субботу. Деды Морозы, Снегурочки и Снеговики съедутся к нам со всего края. По центру кубанской столицы они пройдут шествие. Праздник откроется 23 декабря в полдень на Пушкинской площади. Отсюда колонна отправится по улице Красной на Театральную площадь. Здесь зимних персонажей встретят творческие коллективы края. Главные герои праздника устроят снежный флешмоб, а под занавес гуляния от звезд своих посохов Деды Морозы зажгут огни на главной кубанской елке.